Так. Михаила. До упаса найти. Еще. Хорошо. Вот, вот так. Сделали, да? Хорошо. Поворотите. Стынг отряд. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Уно, дой, три, патру. Хорошо. Ух ты. Пошли вращение. Четыре раза. Стынг отряд. Вот так. Хорошо. Yeah.
там было суперское. Ну ладно. Громче, Андрюха, ноги в коленях согнись. 30 приседаний. Алекс, считаешь? Нет, вот смотрите, то есть вы как бы раз вперед, приседаете и ручки вперед. Во, а он какой покажи, красавчик. Вот, пошли, видите? Знаете, почему он хорошо делает? Сказать? Потому что он лентяй. А лентяй всегда самый умный. Вот кто придумал стиральную машину? Мужчина. Чтобы не стирать. Да? Кто машину придумал? Мужчина, что вы не ходить пешком? Вперед, пузатый. Раз. Так. Два. Громче. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Один. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Что, Саня, сдох? Еще не сдох? Не сдох еще? Так, значит, сейчас убираем сюда, пока ставим сюда. Значит так, удары коленом. Партнер держит руки. Вы делаете 10 правой, 10 левой, потом меняете. Иди сюда, Андрюха. Андрюха, ты будешь чуть-чуть, только не виси на нем. Значит, еще раз, посмотрите. Движение. Раз, два. Вот я держу, берешь колено, пошел. Раз. Нет, одним коленом. Правый потом. Раз. Два. Три. Так, вы вдвоем, а ты по чучелу. А ну-ка покажи. Ну, наверное, да, ну, наверное, не знаю, как. Ну, никогда не бил люди коленом. Пошли, пробуем, потом научимся, попробуем дом Мурада. Пойдем посмотрим, как он бьет. Пошли. Пошли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10. Ну, Михаила, бей! У тебя украли кошелек. Вот так. Смотри, какие руки я не поломаю. Так, так, так.
Вика идет к Андрею, Михаил пока сядет, вы вдвоем вон там, на середине. Значит, Вика, ты на двух ногах, Андрюха на одной. Значит, бой орлов. И, то есть становится, да, на одной ножке, стараться столкнуть так, чтобы партнер встал на две ноги. Понятно, да? Пошли. На правой прыгаем и толкаемся, потом на левой. На правой, на левой. Отходи, Саня, отходи, чтобы он упал. Вот так. Пошли. Переходишь сюда, Саша, переходишь сюда, Саша, ты на одной ноге, Михаэла, ты на двух ногах и двумя руками его толкаешь, а Вика пока, Вика, смотри, видишь мешок висит, иди сюда, не бьешь сильно, потому что если сюда ко мне ближе, не бьешь сильно, а то можешь вот этими двумя пальчиками ладошку поставь, вот так, вот, раз, то есть, видишь, чтобы она не сгибалась, прямо была, да, вот раз понемножку, раз, два раза право и раз, два, один, раз, два. Только не сильно, вот так, как я, хорошо? Готовы? Хаджиме, пошли. Сейчас будешь.
Нет, наверное,
сделаем по-другому. Становись, Николай, сюда. Андрюшенька, Алекс, туда. Становись вот сюда, в середину. Андрей, уходите назад, назад, назад. Все, Андрей, прыгай через Николая. И жди там. Прыгай, да, прыгай. Через Николая, через Колю. Так, оп, становись, уйди дальше просто. Алекс, прыгай. Алекс. Так. Я хотел по-другому, смотри. Стоп, стоп. Я хотел, чтобы вы вдвоем прыгнули и вдвоем пришли сразу туда. Только один прыжок. А потом просто будем меняться. Николай, стой. Что ты все гуляешь? Потихонечку. Давай, быстрее, 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 быстрее.
Нет, достань. Я там хватаю. Какое? Я просто плохо слышу. Михаил, уберешься. С этой стороны встань. Дай руку. Ты по-любому сбежал. Давай, вперед. Потихонечку, давай. Ай, пойдем. Нет, хорошо, сядь. Вика, 10 раз. Смотри, только Вика, только Вика. Давай я себе вижу, что ты будешь. А, жена? Так, пацаны, смотрите, не пукать. Значит, сейчас, Николай, вот сюда, вот сюда, девочки, туда, вы вдвоем сели. Девочки, вы бежите по кругу, а поле вас догоняет. Как только он вас догонит, все, я вас убью. Готовы? Обгонит, а Коля, да и когда догонит, Коленька, догонишь их, когда их догонишь, то не надо трогать ничего, просто чуть-чуть вперед их бежишь и все, мы закончим. Готов? Готов? В эту сторону бежишь, а вы в эту сторону, вы туда. Внимание, 3, 4. А что, побежал Коля за ними, догнать их. Догнать. Коля носки снимает. Стоп, стоп, девочки, стоп. А что? Убегаем, девчонки. Еще круг идем. Коля, становись.
сюда, пацаны, а вы туда. Коля, на тебе пояс. И как догонят, девочки, круг, и там садитесь, отдыхаете. И сразу лупишь, кого попал, тот выпал из игры. Колян, иди сюда. Вот идет пояс, блин. По спине так и греет. Вот, чтоб ты знал, поворачивайся, я покажу на тебе. Сильнее, 100 раз. Хорошо. Коля, вот палку есть. А, палку мой. Готов? Начали! Да. А ну, Колян. Коля, стоп, 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 стоп. Коля, смотри. Так вот, не понял. Отдели. Хитрый, да? Шапочки отдели, носки отдели, варежки. Ты ж видишь, я что-то говорю. Хорошо, пошли, шага марш. Коленька, быстренько день носочки, потому что уехала, она сейчас прохладит. Встали, пошли. Ой, я думал, он уже два. Что вы сидите? Встали, пошли. Так. Девочки, вот здесь. Вот здесь встали, рядом со мной. Андрюха ко мне. Коля, Алик. Я буду завтра идти туда, напомню, чтобы я записал и уклеил.
мы сейчас тогда сделаем так. Я так, здесь я выключу, это не надо. Так, еще раз. Это спортсмен? Больной спортсмен. Больной. Как болеть можно таким болеть? Мне 60 лет, я не болел ни разу. Они болеют все. Так, они поиграют, я сейчас сделаю. Сейчас. Значит, его не было пару дней, поэтому я еще не делал. Ну, да, у него не было лица. Значит, мы сделали сейчас. Мы это заявление написали, и, вернее, он и я сразу расписался. Что-то нужно? Да, мне. От него. Нет, он должен сказать там. А, и от вас на воде, что примерно. Вот этот песочек, да? Хорошо. Все, ты можешь идти. Будешь болеть? Вот. Он сказал, курить бросать. А, он просто все, тогда уже болеть. Не буду бросать. Юрий Александрович, они поиграют 15-20 минут, а мы пойдем. Хорошо? Все, пошли. Так, до 10, после 5 меняйте слово. Нет, там девочка тяжело будет бросать. Ничего, да. Готовы? Все. Все, каждый работает. До 5 меняется. Вика, ей. А рук, Вика, рук. Стоп, одну секундочку. Завтра есть понедельник, вторник, да? Четверг с часу, а в 2 часа на 5. Все, вперед. Вика! Сорок! Михаил, дай! Не-не-не! Бак! Ближе, Вика, учитель. Вика,
Так, так, так.